Нужно что-то. Дорогой брат, я ждала тебя. Появился следующий контакт, как наверняка уже говорила Астрид. Теперь император наверняка прибудет в Скайрим, а значит, его телохранители, Бенитус Акулатус, вынуждены будут начать приготовление к визиту. За безопасность отвечает командир Марон. Мы с Астрид придумали, как его сломать. Так мы пробьем брешь в защите императора. Твое задание — убить Гая Марона, сына командира. А когда он умрет, спрятать на его теле подложные улики, которые будут указывать на его участие в подготовке покушения на императора. Он собирается выехать из форпоста Пенитуса Кулатас в Драконьем мосту и провести инспекцию всех городов Скайрима. Отправляйся туда. Дождись отъезда Гая Марона и двигайся за ним. Подстереги его в одном из городов и отправь его душу к Ситису. Когда он умрет, оставь на его теле подложное письмо, а дальше положись на судьбу. Да, и последнее. Чтобы заслужить премию, не убивай Гая Марона ни в Драконьем мосту, ни на дороге. Убей его в одном из крупных городов. Там тело скоро найдут, а значит, найдут и письмо, которое уличит Гая Марона в заговоре против императора. Сделай это, и с разрешения Астрид я подарю тебе нечто особенное. Это специальный знак, который нужно отдать Алаве Немощной в Айтране. Алава наша старая и добрая подруга. Она сильная провидица. Этот знак позволит тебе увидеть собственное будущее. Такой возможностью никому пренебрегать не следует. Нет, поэтому лучше следуй за ним прямо от Драконьего моста. Но есть еще один вариант. Мы знаем, что где-то в форпосте Пенитус Акулатус лежит расписание инспекционной поездки. Если ты его найдешь, оно может тебе пригодиться. Ступай в тень Гая Марона и исполни приговор Ситиса. Выглядеть маленькой очень... Обычно я говорю с жертвой, прежде чем прикончить ее. Но в данном случае не советую. Марон ждет нападения. Разговор может его спугнуть. Выследить. До встречи, брат. Нужно что-то? Любишь? Запомни, твоя цель — Гай Марон сын, а не командир Марон отец. Папаша нам нужен живым. Но вот сын... Выжги ему лицо. До встречи, брат. Брат, от тебя несет смерть. Убить Гая Марона в городе будет сложно. Там много стражи. Но драки и убийства случаются довольно часто. Живу. Если убить его незаметно, тебе будет легче. Но если и будут свидетели, ничего страшного. Удачной охоты! Отец, ужас! Темных ящеров. Астрид заставила меня изучить, кто такие Пенитус Акулатус. Это отлично обученные, опытные воины. Будь начеку, брат. Убивай хорошо и часто.
Отец, ты слишком много беспокоишься. Со мной все будет хорошо. Я знаю, знаю. Но все равно помни все, что я тебе говорил. Будь начеку. А когда доберешься до городов, сделай свои наблюдения и иди дальше. Я понимаю. Но ты преувеличиваешь. Я же отправляюсь проверять охрану, а не в битву скачу. Что может пойти не так? Сын мой, если дело касается безопасности императора, что угодно может пойти не так. А теперь иди. Легкой дороги. Прощай, отец. Я вернусь, как только смогу. Что ж, тогда все. Будь здоров, Гай. Ты исполняешь свой долг, и я горжусь тобой. Только лучше вернись ко мне. Слышишь? Ах, Фейда. Пусть я и еду один. Но ты знаешь, ты всегда в моем сердце. Скоро увидимся. Звать меня Фейда. Я держу эту гостиницу. Я чую, ты не из нашей породы. Надеюсь, ты не принесешь нам беду. Поверь мне, нам не о чем разговаривать.
Кто там? Что это было? А ты еще откуда? Да у нас тут герой. А ты еще откуда? Хорошо, что я доверяю своему слугу.
меня важный груз. Нет времени болтать. Джит рад тебе и твоим монетам. Чем дольше мы странствуем по дорогам Скайрима, тем пустыннее кажется земля. Дороги Скайрима таят множество опасностей. Осторожным, Йол. Гильдию воров поддерживает Мавен Черный Берез. Отойди, гражданин. Осторожно. А ты еще откуда? Не двигаться. Приказ Ярла. Это мы легко устроим. Черный берез.
Кто там? Ах, наконец-то. Я с нетерпением ждала твоего возвращения. Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорила. Но знай, что возникла более срочная проблема. Это Цицерон. Произошло несчастье. Иди в убежище, Астрид все объяснит. Попробуй расслабиться, Визара. Дай эликсиру подействовать. Тебе скоро станет лучше. Спасибо, дорогая. Ты так добра. Боюсь, что причиненные шутом раны на теле так же плохи, как и на вид. Проклятье. Такого вообще не должно было произойти. Мы же были осторожны. Мы были осторожны и все же не досмотрели. Признаюсь, даже я не могу не согласиться. Я знаю, Марон мертв, но сейчас у нас другие проблемы. Дурак совсем сошел с ума. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Я знала, что этому психу нельзя доверять. Боюсь, так и есть. Цицерон закрутился, как смерч. И давай крушить все направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался нас перебить. Не забудь о его бредовой проповеди про мать ночи, что, мол, она истинная глава темного братства, а Астрид всего лишь самозванка. Слушай, нам нужно решить эту проблему. Тебе нужно решить эту проблему. Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. Но сперва найди моего мужа. Убедись, что он в порядке. После нападения Арнбьорн был просто в ярости. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошел за ним. Они исчезли в глуши. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то, что подскажет нам, куда он направился. Если что-то найдешь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре и успокоить остальных. Обманул дурак. И кто теперь дурак, а? Тссс, Визара, ты вел себя очень храбро. Если бы не ты, Астрид могла бы погибнуть. Она права. Я твоя вечная должница, дорогой брат. А теперь тише. Просто отдохни. Только смеяться больно. Да, и не стоит недооценивать Цицерона. Над таким маленьким дурачком легко смеяться. Легко его недооценить. Не повторяй моих ошибок. Убивай хорошо. Я верила Цицерону, но он всех нас предал. Цицерон потерял мое уважение, когда он ранил Визару. Убей его, и дело с концом. Иди, сделай то, что следует. Эх, все то веселье осталось в прошлом. Ладно, может, я и ошибся. Может, приезд Цицерона было не к добру. А
даже я такого не ожидал. А, знаешь, как говорится, нечего на зеркало пенять. Убей лучше шута. Сожги его заживо. Я боялся, что этот чокнутый окончательно свихнется. Искать теперь Цицерона — пустая затея. Этот шут сейчас переваривается в животе у Арнбьорна. Попомни мои слова. Ступай уже! —